Участок в Галице на 16 соток. ИЖС, газ подведен, вода центральная, электричество 15 киловатт. Два домика, один летняя кухня, второй 50 метров, используется как дача. Если утеплить и сделать отопление, можно жить зимой. Снег лежит примерно 2 недели в этом месте. Вот, все документы в порядке. Огромный участок с фруктовым садом. Уклон градусов 15. Есть возможность с обратной стороны завести строительную технику и построить сверху дом. А вот эти нижние домики оставить либо под гостевые, либо сдавать. Как очень практикуется здесь. Ну, стоит такой домик в месяц, под сдачу будет 1025. Такой вот домик. Заходить пока не буду. Состояние там обычное, жить можно. Вот. Цена этой радости. Смотрите, какой виноград классный. Изабелочка созрела. Вот она висит. Очень вкусный, еле сладкий. Что, напомню, 50 метров домик, 16 соток земли, ИЖС. Все это стоит всего лишь 3 800 000 рублей. А рядом остановка, в двух остановках школа, магазин и медпункт. Надо брать. Все тут хорошо.